Здравствуйте, дорогие друзья! Знакомьтесь, сборники «Близнецы», около азбуки «Скрипичный ключ» и около азбуки «Басовый ключ» содержат одинаковые пьесы, отличающиеся регистрами и, соответственно, ключами. Сборнику «Басовый ключ» уже год, и он дал такие хорошие результаты, что мне захотелось такой же сборник, но в «Скрипичном ключе». Для первоклашек, но и не только. Давайте послушаем отдельные фрагменты. В сборнике есть совсем простые пьески и ансамбли для исполнения с преподавателем, а также более развернутые, сложные произведения. Но написаны они только в одном ключе. В некоторых пьесах в сборнике «Басовый ключ» иногда встречается скрипичный ключ, но очень редко, и только в эпизодах, потому что наша цель полностью сосредоточиться на басовом ключе. Младшие и средние классы. И в сборниках «Близнецах» есть несколько довольно сложных, развернутых пьес. И когда такие пьесы играются полностью в басовом ключе, то ключ прорабатывается основательно. Ну и, конечно, в сборниках «Около азбуки» имеется целый большой комплекс упражнений на освоение ключей.